Я вас рад приветствовать. С праздниками вас и с Різдвом Христовым, как украинцы говорят. Я всех люблю, и украинцев, и русских. Так что приветствую всех. Я спою две песни. Первую песню спою «В больших домах тепло и свет». Летом я ездил в миссионерскую поездку в Парагвай. Я увидел очень много бедных людей, увидел очень много бедных детей. Сердце разрывалось, хотелось всем помочь. Я увидел индейцев. Мне хотелось в индейское племя попасть. Ну, Бог мне такую возможность подарил. Но я увидел индейцев, которые покаялись и служат Богу. Они бедные, у них ничего нет. Они такие радостные. Я сидел и радовался вместе с ними. Я даже их песню одну научил. Я не знал, какую песню выучить с ними. Ну, вспоминал самую простую. И мне вспомнилось «Под защитой, под защитой, под защитой твоих крыл». Ну, чтобы поменьше слов учить было. Вот мы с ними выучили. Потом я возвращался опять назад в Америку, в Бразилию у меня пересадка была, я сел в самолет и познакомился с одним молодым человеком, с американцем. Он рассказал о своей работе, он богатый человек, у него есть все. И когда мы с ним пообщались, я спросил, верит ли он в Бога, он сказал нет. Я ему предложил один трактат на английском языке, план спасения. Он с недовольством таким взял. Я спросил, читал ли он Библию, он говорит, пробовал, но мне неинтересно. Я себе подумал следующее. Неужели богатство мешает людям? Неужели, как 2000 лет назад, Иисусу Христу не было места в богатых домах? Он родился в бедной пещере. В больших домах тепло и свет, но там закрыты двери. Там Иисусу места нет. Родился Он в пещере. Открыто ли наше сердце? Или, может быть, мы себя считаем богатыми? У нас 2 рубля в кармане – и мы думаем, что нам Иисус уже не нужен. Пусть эта песня напомнит нам о том, что Иисус хочет жить в нашем сердце. В больших домах тепло и свет, но там закрыты двери. Там Иисусу места нет, родился Он в пещере. Пришлось Иисусу кое-как в ту ночь тогда ютиться. О, люди, разве можно так к Иисусу относиться? Ко мне сейчас я буду ждать и верить в душе моей тебе всегда открыты сердца двери. Иисус Христос, когда тебя не принимают где-то, то я приму тебя, любя, зимою, как и летом. В больших домах тепло и свет, но там закрыты двери. Там Иисусу места нет, родился Он в пещере.
Слава Богу. Рождество – это семейный праздник. Мне не довелось быть вместе с семьей встречать Рождество, я только с сестрой встречал. Она здесь в Пекине живет. А мои родители, моя семья там на Украине, они всегда звонят, говорят: «Тима, мы тебя любим и молимся за тебя». Я знаю, многие дети, они не дружат со своими родителями, мягко говоря. Я хотел бы напомнить, может, сегодня есть такие, которые не имеют хороших отношений с семьей, с домом, с родителями. Я хотел бы этой песней напомнить, что ваши родители, ваши близкие вас любят и ждут. Если вы потеряли отношения, возвращайтесь в ваш родительский, отцовский дом. Вас там всегда любят и ждут. Об этом песня. Забывайте тех, кто любит вас и ждет. Не забывайте тех, кто помнит вас и ценит. Ведь в этой жизни все когда-нибудь пройдет. Но есть сокровища, которые нетленны. Жайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тлено. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно. В ночной тиши мы размышляем иногда о том, что наша жизнь земная очень неспокойна. Менять мы можем бесконечно города и место жительства, но все же нужно помнить. Не обижайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тлено. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно. Нужно ранить сердце, раны ведь болят. Но тот, кто любит, все простит и все забудет. И время лечит, так ведь люди говорят. Не опоздай сказать прости тому, кто любит. Жайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тлено. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно. Близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тлено. И возвращайтесь в отчий дом, и там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно.